Называется «На горе на горушке». Я написал, песню писал Сережа Каракашев, а стихи писал Юра Мартынов. Помните Жень Мартынова, мое поколение, очень хорошо помнит его, этого солнечного композитора. Удивительный, красотный человек. И вот он очень рано ушел, очень рано, как Володя Мигуля, так вот, Жень Мартынов. И вот брат Юра Мартынов написал песню, она грустная. Эта песня посвящена нашим сыновьям, нашим детям и нашим матерям. Я хотел бы, чтобы вот это чистая программа. И так как поет Сергей, еще никогда не спою, просто я хотел просто напомнить, что такие песни есть. Пожалуйста.
Я в следующий раз тогда...